Всем привет! У меня сегодня пересадка, которую я хотел бы вам показать. Это моя папайя сорта Sunrise, которую я показывал месяца два или три назад, не помню точно. Я ее привез в теплицу, ничего с ней не делал, вот она выросла мне по грудь, не знаю, метра полтора, может чуть выше. Вот. Она растет все еще в горшке, не знаю, там литр, может, чуть больше. Вот в таком небольшом горшочке она растет. Видно, что там уже все в корнях, хотя тут не сильно-то они выпирают, но есть. Вот они белые, свежие, живые. Хочу пересадить в 6-литровый горшок, 6 внутренняя часть, внешняя 12. Вот это большой горшок акиби. Вот, при пересадке хочу показать, какие там будут корни. Ну и сам посмотреть. Потому что растение уже реально тесно. И у меня появилась возможность в теплице немного места я разобрал, чтобы рассадить. Вот, по грунту. Вниз я насыпал личу зипона. Здесь у меня терапон, немного кислого торфа, много я добавил глины синей, много, относительно того, что я обычно сыплю. Вот она. Для питания ее. Диатомит крупной фракции. Вот такой. По-моему, все. Вроде бы сирамис. Да, откуда ты тут сирамис еще взялся? Я использую бэушный, тот, который уже я использовал, субстрат с других горшков. Добавляю его, когда делаю новый. Получился очень влагоемкий грунт. В принципе, для папайи это нормально должно быть. Плюс питательный за счет синей глины. Так, смотрим корни. Корни очень хорошие. Тут еще старый дренаж остался в виде крупного циолита. Вот. Растение, кстати, выпивало где-то там по литру, почти по литру в день, поэтому уже надо было пересаживать давно. Вот так. В принципе, я почти угадал. Нужно еще немножко убрать. Вот, в итоге посадил. Сверху посыпал диатомитом крупной фракции, он хорошо держит воду, чтобы сверху не пересыхало. Так, тут все. Растение будет расти в этом горшке, думаю. До лета точно. Посмотрю, каким оно вырастет, с учетом того, каким оно выросло в маленьком горшке. Вот. Напоследок еще хочу показать Red Lady, которую вот я тоже в своем предыдущем видео показывал, каким она стала. Она стояла в темноте, в темноте, без досветки. Выросла мне по пояс. В принципе, тоже себя хорошо чувствует. Единственное, что переставляем часто, и из-за этого так вот получается. Так вот нормально. Я пока не планирую ее пересаживать. Думаю, весной. Вот, на этом все. Всем спасибо. Всем пока.